Салют, вы находитесь на канале Барахольщик. Перед тем, как перейти к топу игр, я хочу поделиться новостями о своем канале. Во-первых, я купил новую камеру. Раньше я снимал видео на телефон Google Pixel 3, сейчас же я собираюсь снимать видео на вот эту малышку Canon EOS M2. Также я хочу извиниться за долгое ожидание новых видео. Мне сейчас по работе часто приходится ездить в командировки, и, к сожалению, скорее всего, это продлится еще полгода. Поэтому я вам предлагаю запастись терпением. Я уже, в свою очередь, постараюсь чаще выпускать новое видео, когда у меня будет свободное время. А теперь погнали! Вы хотите поиграть в новую игру на своем Nintendo Switch, но у вас нет возможностей для покупки новых игр. Специально для вас я облазил весь магазин eShop в поисках годных бесплатных игр. Делая данную подборку игр, я пытался найти игры разных жанров, поэтому начну я с гоночной игры Asphalt 9. Гоночных игр на Switch очень мало, поэтому Asphalt станет ценным дополнением вашей библиотеки. Это классический представитель аркадных гонок, в котором представлено 196 известных автомобилей, различные режимы игры, карьера, сетевая игра, сезонные события и самый важный для игры с друзьями – сплитскрин, до 4 игроков. Какая еще бесплатная игра даст вам возможность играть с друзьями, сидя на диване? А что на Switch с файтингами? Любите классические файтинги в духе Street Fighter? Тогда встречайте Fighting X Lair. Игра не является полностью бесплатной. Это демо-режим, в котором доступны всего 4 бойца, но этого вполне хватит, чтобы скоротать пару вечеров. Доступны все режимы игры, можно пройти кампанию или устроить турнир с друзьями, что делает Fighting X Lair ценной игрой для компании. Следующая игра Fall Guys является представителем королевской битвы. Вас забрасывают в матч, состоящий из нескольких раундов, в ходе которых вам надо проявить умение проходить эстафеты. После каждого раунда отстающие игроки выбывают, и так до победителя. Разнообразие и обилие платформинга делает игру крайне захватывающей, в которой вы проведете много времени. Следующая игра особенно понравится тем, кто испытывает ностальгию по старым классическим квестам. «Затерянные земли» — это игра, в которой есть все элементы хорошего квеста — загадки, головоломки и пиксель-хантинг. Игра подарит вам много часов увлекательных загадок, но у нее есть один недостаток. Работает она только в портативном режиме и требует сенсорный экран. На телевизоре поиграть не получится, но в длинной дороге это просто незаменимая игра на вашем Nintendo Switch. Последняя игра на сегодня – Sky Children of Light. Это приключенческая инди-игра, в которой вам предстоит вернуть звезды домой. С помощью плаща вы можете поглощать частицы света, которые символизируют жизнь. Контакт с водой либо враждебными существами забирает ваш свет. Если вы полностью погаснете, это символизирует game over, и игру придется начинать заново. Неспешный геймплей, красивая музыка в совокупности с прекрасными видами вызывают чувство комфорта и уюта. Игра расслабляет и релаксирует. Это необходимо, чтобы отвлечься от проблем. После сложного рабочего дня зайди не в пивнуху за пивом, а в Sky Children of Light. Это далеко не весь список бесплатных игр на Nintendo Switch. Игр, которые я нашел, хватит не на один ролик. Если это видео соберет 1000 просмотров, я выпущу вторую часть топ-бесплатных игр на Nintendo Switch. Вам же, в свою очередь, остается поддержать меня лайком, подписаться на канал, если здесь вы оказались впервые, и не забываем звонить в колокольчик. И до новых встреч, всем пока!